Настроение замечательное, потому что это очень нужное мероприятие. Несмотря на то, что погода сегодня не совсем благоприятная, но все равно у нас настроение замечательное. И думаю, что мы выполним задание, которое перед нами поставлено. Мы пришли от молодежной администрации. Пришло нас немного, нас пришло 5 человек, но, как говорится, мы в тельняшках, мы готовы участвовать в общегородском субботнике и активно это доказываем. Впечатления на самом деле самые хорошие. И когда утром я увидел идущий снег, конечно, расстроился. Но по факту нет ветра, не очень холодно. И снег, он наоборот, носит снег такой колорит. И мы видим, что люди с какими-то улыбками, с удовольствием делают эту работу.